Хирургическая точность и ювелирная аккуратность. Сегодня скульптуру городового немного раздели, сняли несколько металлических пластин. Покидать пост стражу порядка не пришлось, все работы проводились прямо на набережной Тагильского пруда. Ну, надо подобраться, во-первых, убрать вот это вот, то, что нашпаклевано, тут нахлёстки вылезли из изготовления. Товарищ у меня решил выиграть время. Вот. Ну, а то, что он шатается, тут, как Владимир говорит, человеческий фактор, тут мужики пьяные на нем виснут, и женщины обнимают. И за 5 лет его расшатали просто. И вот тут появились трещины в каркасе. Ну, сейчас мы их ликвидируем, еще усилим дополнительно распорками. Убирает незначительные повреждения реставратор Владимир Бекетов каждый год. А вот реставрация за эти 5 лет у городового первая. Это достаточно плановое мероприятие. То есть музей следит за скульптурами, которые приписаны к нему. Ну и так у нас тут достаточно сложились такие серьезные у него проблемы у этого памятника. Появилась трещина в основании, он стал заваливаться, поэтому тут более серьезные мероприятия, уже связанные с демонтажом, какими-то сварками. Вот мы пригласили автора нам помочь, он лучше знает эту скульптуру. Все работы от укрепления подпорок до покраски скульптуры займут 2 дня.